В день города сертификаты о занесении на доску почета «Юные дарования Ельца» были вручены 26 елецким школьникам, добившимся значимых успехов в учебе, спорте и творчестве. Торжественная церемония состоялась на площади Ленина. И эти мальчишки и девчонки достойно представляют родной город на различных соревнованиях, творческих конкурсах и олимпиадах. Своими достижениями они заслужили право быть занесенным на доску почета «Юные дарования города Ельца». В их адрес поздравления и слова благодарности. Я хочу искренне поблагодарить труд наших замечательных детей, наших их родителей и педагогов за то, что за общий вклад в воспитание нашего подрастающего поколения и за те свершения, которые вы делаете. Поверьте, вы на правильном пути, мы вами гордимся и всячески будем поддерживать. Ну, а наш любимый Елец с праздником, с днем рождения, добра, счастья и удачи вам. Право быть занесенным на доску почета не только признание заслуг, но и огромный стимул не останавливаться на достигнутом. Так считает ученица школы номер 1 имени Михаила Михайловича Пришвина Виктория Солопенко. Она призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре, призер Всероссийской олимпиады по литературе, основам электротехники и электроники, победитель открытого первенства города Ельца по спортивному туризму. Это событие очень важно для меня, я его ждала долго. Я думаю, что каждые вот эти достижения как раз должны приводить к такому успеху, и это дает больше мотивации. Сегодняшний день стал особенным и для воспитанницы отделения струнно-смычковых инструментов детской школы искусств номер 1 Варвары Перегудовой. Она обладатель золотой медали 10-х молодежных дельфийских игр Липецкой области «Старт надежды», лауреат международного конкурса дарований талантов «Ветер перемен». Занесение на доску почета для нее событие ожидаемое и волнительное. Ну, это, возможно, было ожидаемо, потому что я очень много работаю. Я очень рада, что меня повесили на доску почета. Елец славится своими спортивными традициями, которые сегодня достойно продолжают юные жители города. Игорь Ким – спортсмен отделения хоккея спортивной школы номер 2. Не раз был признан лучшим игроком различных международных юношеских турниров, первенств Липецкой и Воронежской областей. Вратарем очень тяжело быть там. На твоих плечах просто огромная ответственность. Ты стоишь, тебя иногда нервничаешь, руки у тебя трясутся. Ты понимаешь, что если ты сейчас допустишь ошибку, то все, команда никуда не пройдет, и все будет практически закончено. Поэтому нужно стоять уверенно, не сомневаться ни в чем. Юбилейный день города стал особенным для 26 юных ельчан, которые сегодня являются достойным примером для своих сверстников. Нонна Родионова, Николай Пирогов, Елец ТВ.